Пуск. Всем привет, дорогие друзья, с вами Доскос и... Time to Craft. Фофа. Ну, меня зовут Дмитрий, его зовут Эмиль, так что хватит спрашивать, как меня зовут, я не знаю, как тебя спрашивают. Меня... Тебя... Не, меня не спрашивают, я представлялся очень часто в видео, поэтому меня не трогают по этому поводу. Понятно, а вот меня трогают во всех местах. Так, что мы сейчас делаем? Мы играем в Террарию, это замечательно. И нас сейчас едят, потому что начинается уже ночь, как всегда, все криво. Рубим деревья. Бери топор. Бери топор в руку. Я взял топор. Да, тогда рубим. А слимы меня не съедят. Ну, когда рубишь деревья, как видишь, они. Едят, я вижу. Они едят меня. Кошмар. Откуда их столько много? Я не могу срубить ни одного дерева. Вот акробаты, они перекидываются. Вот. Нам, по-моему, конец сейчас будет. Какое-то мясо только что было. Да. Объясни, пожалуйста, зачем человеку этот нужен гайд? А ты нажми на него правой кнопочкой и увидишь там help. Слушай, помоги help. Мне срубить это дерево, я не могу. Думаешь, быстрее получится? О. Ты под корень руби его. Под корень. Так, ну, я тебе помог, конечно, но все это дерево, по-моему, мне ушло в инвентарь. А, он типа этот самый, ну, помощник. Да, гид, обычный гид, который ни к чему не... Гид обычно не мешает, а он мешает. Да, он пускает зомби в дом. Противный гид. Ладно, ты пока дело, я буду, что ли, прикрывать все части тела. Так, а что за дело там мне делать? Рубить деревья дальше? Да, рубить деревья, потому что здесь я, видимо, будет новый дом. Точнее, не новый дом, а первый дом. А с деревьями ты его не поставишь. А у нас будет второй дом потом? Будет второй дом, потому что нужны такие домики для того, чтобы пришли всякие NPC, типа торговцев. Ну, в принципе, они есть все торговцы, по сути, свои, только разные вещи продают. Кто-то там зелья всякие, кто-то... вещи, кто-то динамит. А гида можно продать будет потом? Я бы с удовольствием его на органы продал, заслужил, но, к сожалению, так, ну что ж, ай, ну вот. Меня слимы уже немножко. Первая смерть близко. Ой, я выкинул что-то. Я что-то выкинул. И что, оно опять пропало? Оно не может пропасть. Открой. Оно должно быть у тебя. А что? А, топор. Топор, пожалуйста. Спасибо. Так, давай. Прикрывай мой зад, я буду делать до... Ай. Вот. Прости. Ты подставил меня. Я этого не прощу. Отлично. Как это сказать-то? Синхронная смерть. Полностью. Чтоб мы так... Хорошо, что мы близко. Да уж. А монетки... Что за монетки? Ты же, я говорю, торговцы. Не, понятно, а они вываливаются половина, да, как я знаю? Да, при смерти вываливаются половина. Ну, их можно сложить в сундук. А их подбираешь ровно столько, сколько вывалилось из тебя, или меньше? Ты тут нам... Подбираешь нас... столько же. Зачем ты меня? Я хочу свою комнату. А, только дверь поставь. У меня почему-то комната меньше. Смотри, зомби сколько. Отлично. Ну, их, видимо, в коопе, когда играешь, их больше. Так, надо скрафтить факелы. Тебе. О, я уже скрафтил. Повесим. Ой, нифига себе, смотри, как я через стенку телепортнул. Пум. Можно так? Ну да, с другой стороны мышку наведи, и получится вот так вот. С другой стороны стенки. Вот. О, понял. Так, ща. Верстачок. Верстачок я сейчас поставлю. Оп. Так, а давай... Надо заднюю стенку сделать. Я буду начинать копать. Давай, я пока дом обустрою. Подожди. Что это за стол? Верстак. Что? Верстак. О, это что такое? Это... Wood wall. Это если ты откроешь инвентарь рядом с этим верстаком, то можно будет скрафтить вот этот. О, тут всякие разные есть. Да, это декорация. Она придает уют и хорошую атмосферу. О, что ты мне опять выкинул? А, стул. Я постоянно выкидываю. А стул зачем? Стул. В общем-то, для... Оставь окно, пожалуйста. Окно? В заднем плане, что ли? В заднем фоне окно? Да.
А вот вопрос сейчас серьезный. А зачем нужна эта стена, если все равно никто не пройдет? А, я же говорю... Декорация? Декорация. Да. А. Ну ты же не будешь вот в таком вот квадрате нормально жить. Не знаю. Так. Ну, ты... И что мы ищем сейчас? Мы сейчас ищем, наверное, мы ищем медь. И камни. Ну, камни можно, конечно, и нарубить на поверхности. Но мы ищем какие-то металлы, чтобы сделать достойный меч себе. Кстати, забыли деревянный меч сделать хотя бы. Ты же заметил, что у нас даже шахты разные. Ну, то есть, отдельные. Я чувствую, мы себе друг друга поубиваем тут. Подожди, давай лучше вместе работать. Да, давай. Просто здесь тоже есть режим PvP. Можно поставить. Да? Ну, я сейчас разовьюсь, узнаю об игре побольше и поставлю, я думаю. Да, ты меня замочишь. Не, я не такой. Знаешь, что мы обратно не вернемся, только со смертью. Черт. Ну или долго копать придется. А, ну у тебя есть деревяшки? Деревяшки. Есть у меня деревяшки. Дай-ка мне. 70 штук. Ну, половинку дай. Тоже, по-моему, правой кнопкой мыши разделять их, или нет? Или да, но это только по одному. Трудновато. Так, по и одному. Ну ты копай пока вниз, а я сделаю выход наружу, наверное. Так, как? С помощью планок, называется Wood Platform. Вот такие вот. Сейчас, погоди, секунду. Оп. Вот про то, что я тебе говорил, то, что на них можно... О, ништяк. И вниз. Если вниз нажать, то ты проваливаешься. О, ништяк. Слушай. Сейчас я быстренько сделаю. Погодь. Здесь факел, он мешает. Так, это надо факел поставить, я думаю. Так, эту дырень закрою. Так, пока я еще не очень разобрался, как факелы ставить. И... Они у меня ставятся, но это с пятой попытки обычно. Ну, это надо точно в стенку направлять. Да, я уже понял. Так, ну ладно. Так, я пока все ниже... О, я камень нашел. Какая находка. Ну, это моя первая. Ой, господи, что здесь наружу-то творится? О, тут, кажется, этот... В общем... Медь? В общем, нет. О, пещера очень прикольная. А. Такая, прям как будто кто-то копал. Херобрин, смотри, бы тут был. Это гипс или... перекопал к чертовой матери. Так. А внизу еще пещера. Я, пожалуй, туда пойду. А о, там есть кувшинчики. Кувшинчики. Я зелье нашел и что-то. Почему тут так темно? О, уже светло. Так. Так, значит, тут ничего здесь нет. Здесь есть глина. Можно поставить. Где? Вон слева. Можно себе кирпичный дом сделать. В принципе. На это. А какая разница между домами? Есть кто-нибудь, какой-нибудь моб, который может... Нет. А, ну... Все крутые мобы, они просто плевали на все стенки, они сквозь них проходят. Ну, боссы всякие, суперские. То есть все это тупо для декораций? Да, надо же как-то... Развлекаться. Да. В принципе, это совсем неплохо. Так. Не, я за... Подожди, ты меня в темноте оставил. Так, ты у тебя аж факелышь. Не, я сейчас выберусь. Не, я просто... Просто как факт. Как сказал. Факт. О! Надо под себя немножко. Что у нас тут? Ничего интересного пока нет. Вот здесь... О, там еще кувшин. Давай, бери кувшин. А то я уже два себе это взял. Надо будет мой первый кувшин. О. Я что-то взял. У тебя это здоровье выбило. Не что я... выбило? Здоровье выбило. Ну, о, еще кувшины. Да, давай, давай. Бери. Может быть, что-то... Я сейчас не знаю, что я взял. Может быть, что-то полезное. Может быть, деньги там. Вот деньги ты вроде взял. Так. Не, это был... Это были... Это были... Да, это были деньги, ты был прав. Ну, так само ж собой. Все, на этом пещера кончит. Кончилась. Ну, свою пророем. Не майнкрафтчик, что ли? О, зомби. Уберись отсюда. А у меня нету меча. У меня есть кирка. А топором лучше, может быть? Нет, кирка лучше. Топор же только же бьет. Он не такой быстрый. А, точно. Так,
Я, короче, буду копать там, где мы копали. Да, прямо вниз. я думаю, лучше разделиться пока что и искать. Ну, я боюсь просто пока что. Ну, я только начал. Ага. А вообще сколько разновидностей тут всяких мобов и так далее? Ну, как ты видел, слизней их довольно много. Есть зеленые, синие, розовые, красные, желтые, черные. Они чем-нибудь отличаются? Фиолетовые, да, здоровьем, силой урона. Есть даже слизень-матка. Ее убиваешь, и оттуда еще три слизня выпадают. О, железо, смотри, железо. О. Это будет мое первое железо. Типа как бы, да. Ай, берись. Отлично. Мог бы рыть, я бы прикрыл. Нет, так лучше. Вдвоем быстрее и... Так, ну и больнее. Да, давай тогда вдвоем добудем. О, здесь еще есть... Камень или что-то? Это сейчас посмотрим. Не похоже. А, нет, камень. Ну ладно, камень все равно нужно для печки добыть. Да, камень у меня есть. Командная так. Работа. Что дальше? Может быть, что-нибудь еще здесь поблизости? Подожди, а как зомби упал, если это наш дом, типа, под этим? А, ну, они, видимо, под тоже крышей. Спаунятся недалеко от игрока, как и в Майнкрафте. Какой-то у нас супер широкий тоннель получается. Да, надо поближе встать. Так, я правый рублю. А я левый. Я левша, так что... Серьезно? Да. А, я правша. У меня, в принципе, вообще одна рука, так что... Не ты вот. Серьезно? Так, конечно, а еще по локоть одна рука. И... Да хватит уже, что это такое? Блин, это плохо. Меня убьют, меня убили. Что это было? Я не знаю, это какой-то... Зомби ликует, посмотри на него. Какой он счастливый. Можно было ради этого и сдохнуть, в принципе. Надо бы дверки сделать. О, смотри, у нас дома грибы растут. Что за... Гриб. Видимо, сырость, плесень и все такое. Это гид разводить начал. Вот урод. Так. Прописался в нашей хате. Гид, отойди, пожалуйста, я хочу закрыть. А, надо дверь сделать. Нет. А, хотя... Вот видишь, топор по одной единице снимает, а кирка по две. Ой. Это как-то глупо. Это печально. Это печально в тот же момент. Ай. Надо срочно мечи делать, слушай. Дерево добыть или не надо? Добываем, конечно. Чем... Его много никогда не бывает, что я заметил в одиночном летсплее, оно все время мне кончается. Абсолютно все время. Почему-то. Почему у меня бесконечная рубка дерева происходит? А, вот. Что-то корни трудно рубить. А, да уж, что-то как-то вообще. О, а это быстро. Так, слизень. Ай, не хочу уйди, с тобой. Уйди. А! Надо бы домой валить. Давай домой. Гид, иди побей слизня. Да. Хоть что-нибудь полезное. Так, мне вот это мешает, я уберу. Так. Я его убью все-таки. Сейчас будет. На правую кнопку мыши дверь открывать. Понял. Так, а ты много сделал этих вот этих вот ступенечек? Ступенчик, а ты можешь их сам сделать. У меня еще 13 штук, я могу тебе отдать, либо сам сделай, они в любом месте, в принципе, не у верстака крафтится. А, я нашел ее. Вот платформа. Так, надо бы закрыть дверь, и я сейчас закончу задний фон дома. Не, я ее не нашел. А, я нашел ее. Платформочка. Отлично. Я, короче, пока доделаю платформочки. Да, давай. Так, что делать? А, понял. Платформочки. Так. Через сколько... Ой-ой-ой, я сейчас... Я упал. Молодец. А, да, вниз ты особо не поделаешь. Да. О, я появился. О, спасибо, крышу сделал. Так. Я второй этаж делаю, чтобы мы не дрались. Надо что-то выдумывать с платформами, или я умру. Сейчас я попробую помочь. Так. Так. Осторожно. Так. Мы так долго будем. Как бы это сделать сейчас? Давай не жалеть платформу, ладно уже. О, у тебя получилось. Сейчас ты умрешь. Нет, не умру. Прыгай.
прыгай, нормально все. Нормально все, да? Прыгай, с такой высоты нет. О, смотри, что я еще сделал. Вообще, на лету. А теперь можно, в принципе, по-человечески, чтобы обратно выбраться, поставить. Но это можно только вот на таких вот начальных уровнях. Ай, опять я умер, да? Что такое, блин, с этими падениями? Так, сейчас я попробую разобраться. Да, наши колбасовидные туннели не подходят для моего стиля игры. О, второй этаж. Слушай, тут, ты тут такое творишь, пока меня нету. Домохозяйка. Доску с домохозяйкой. А есть лестница в этой игре? Нет. Серьезно? Нет. Серьезно. А зачем две двери? А, ну, логично, да, быстрее. Влево-вправо выходить. Да. На крышу ты теперь не перепрыгнешь. Специально еще сделал, чтобы на крышу не прыгали. Как много тут этих ступенек стало. Гады всякие. Так. Вот, блин, я сам для себя неожиданно оказался уже в пещере в нашей. Чик-чик-чик-чик. И я тут. Так, может стул поставить? Штул. Прямо здесь, что ли, хочешь поставить? Штул. Я так и сказал? Ну, почти. Неважно. О! О, черный. А, нет, зеленый. Негра увидел. Нет. О! Подожди, я боюсь. Железо. Я не боюсь, если есть железо. Вот оно. Железо, его мало, но оно железное. А ну иди сюда, слизень, ты от меня не уйдешь. Вдвоем. Вот его пятый, он сам пришел к нам. Железо. Может быть, уже что-нибудь скрафтить можно было, но хотя не важно. Там еще пещерка. А, о, да, точно. Так, держу свечку. Спасибо. Так. Вот как это вдвоем. Вот когда будут золотые кирки, вот тогда уже будет по-настоящему быстро все это рыться. Ну, стрела не такая уж редкость, и они делаются из камня и дерева. Зато в новинку. А, да. Для меня. Да, ты можешь сделать лук потом себе, хотя бы деревянный. Если ты любитель, я почему-то луками никогда не пользуюсь, хотя это, в принципе, эффективное оружие достаточно. А можно сделать что-нибудь поизящней? Там какой-нибудь. Я даже не знаю. Факел боевой. Боевой факел. Ну здесь есть такие штучки, что. Здесь есть бумеранг, например. Да? А у меня еще в летсплее есть меч, который карает звездами всех с небес. Это как? Ну, ты нажимаешь, у тебя используется мана, и там прилетает 3 звезды и наносит урон. И карает. И карает, да, пока мана не закончится, а потом тебя карают уже. У меня слизень пришел карать. Да. Прикрываю. Спецназ подземный. Тут, кстати, в отличие от Майнкрафта, гораздо легче в шахте своей разбираться. Ну и глубина здесь гораздо больше. Да и интереснее, и разнообразнее. Такие полости есть, которые ты в Майнкрафте не встретишь. Там, если полость, то это пещера только, да, здесь. Это же серебро справа? Справа? А, да, серебро, да, молодец. А я... О, учусь. Ух, о, его много. Ха-ха-ха. Нифига себе, там не кончается. Мы сможем что-нибудь сделать. Серебряную кирку, например. Я серебряный дом себе построю с таким количеством. Ну, пока не стоит разбрасываться. Это все оно продолжается? Нет, вот оно. Вот. Нет. О, смотри, сапфиры. Сапфиры. А из них что? Их либо продаешь, либо на поздних стадиях из них можно сделать световой джедайский меч. Я слышу червя, если у тебя есть... Но это не значит, что не надо копать вот это вот, похожее на алмазы. Я лечусь просто. Фигач его. Вот, хедшот ему пропилили. О, серьезно? Там еще... О, я вижу. Слушай, я сегодня все выкопаю вообще. Да. А черви это... Это... В общем, я хотел спросить, на самом деле, есть что-то типа червей еще, которые через все подряд лазит? Есть громадные черви, есть рейд-боссы. Рейд-боссы, ну это какая-то линейка уже, просто боссы, которые через все подряд фигачат. Блин, я копаю факелом, что я делаю? Так, вот там что-то еще, там вроде тоже серебро. Тут этот синий шар. Я вижу, сейчас ему придет конец. Получаем. Давай я конец сделаю вместе с тобой ему. Приделаем ему конец. Так. О, что это было? Где?
А, это меня просто лагало, наверное. Я паутину собрал. О, здесь еще куча железа. Вау, это там бронза или что это? А, это медь. Я тоже постоянно путаю, говорю, что это бронза, но уже привык называть это медью. Кое она и является на самом деле. Так, сначала путал. Под нее надо подкопать. Можно прыгать и вот так вот бить понемножку. Не, я сейчас запрыгну и так все аккуратненько сделаю. О, там слим. О, там два слима. Желтый, по-моему, да? А желтый это плохо? Ну, не особо. О, это плохо, смотри, по одному бить. Он сильный. А, ай, уйди от меня. Уйди, противный. Тут еще медь. Беги от него. Я пока здесь добуду все, что ценное, а ты можешь спасаться. Да он тупит, он как-то... Ну я еще... А нет, сейчас он не тупит. Я еще медь нашел. Ой, вот сейчас он точно не тупит, я побежал. Я еще медь нашел. А, я не допрыгну, я заперт, надо себя заделать. Да, себе. Я, может быть, сейчас приду, если у меня есть здоровье, у меня нет здоровья. О, великая паника. Ой. Как, а я никак не могу с ним подраться через баррикаду мою. Еще, если я оставлю тебя на сиденье, я сам сбегу. Так. Ты видишь? Я вижу. Слушай, а меч сделать? Меч на верстаке. А если хочешь... О, нужно бомбу сделать. Металлический, бомбу. А у тебя, может быть, ты в кувшине, может быть, нашел что-нибудь такое метательное? Да, у меня... Сюрикен или бомбу. У меня бомба есть. Я его сейчас замочу. А тебя коцанет, если я бомбу пущу? Ну она взрывается несколько секунд, так что... Не, хватит, не надо, тут три ему осталось, все. А, окей. Я просто хотел совершать уже... О, тут еще серебро. Суицидальные наклонности у тебя какие-то. А тут пещера и медь. А там три слизня. Вон, я тебя сбил. Вон внизу, слушай. Надо бы кидануть туда бомбочку. Ищи, я с удовольствием. Это моя первая бомба будет. Вы саму не упасть. Не в меня. Так. Надеюсь, они попадут. Да, молодец. О, отличный. Там брошу. Еще один. У меня еще стики какая-то бомба это была. А, не, нету. С ней сложнее обращаться. Ее можно произвести из геля, из слизней. И из обычной бомбы. А еще факелы, кстати, можно, видишь, кидать. Вниз. О, это круто. Освещать. Да, это, блин, вот в Майнкрафте идея. Бы такое. Да, но они не бесконечно светят, а вот только какое-то время, но это дико помогает, если ты не видишь, куда ты падаешь. Да. Так, то есть здесь много очень таких разумных находок. Так же, как и золото. Вот в Майнкрафте, например, сделано так, как по реалу, то есть это... гибкий, мягкий металл, который не пригодный для чего такого, да? А здесь да. Это крутой металл, он лучше серебра и лучше железа, и по балансу игры, в общем, сделан, а не по реальности. И это мне тоже нравится. Да, потому что железо кажется, ну... Ой, это золото. Кажется, дорогим металлом, и, по сути, да. В игре кажется было... Так и говорят вообще, кажется было, вроде нет. Ну, неважно, в общем. Кажется, что должно быть лучше. Да, тем более, что оно тоже серебро. Так. О, там бронза или... Ну, хрен пойми, короче, там что-то есть. Вон. Я предпочитаю золото. Медь. Я не видел. Ну-ка. А, у меня факелы закончились. Сейчас произведем. А, у меня дерево закончилось. Отлично. Это мне нравится. Ну-ка, давай-ка прорву. Так, я думаю, после этого нужно идти наверх. Думаю, да. Хватит какими-то доисторическими приспособлениями пятикантропов копаться здесь. Нужно сделать себе что-нибудь такое пафосное. Максимально. О, там опять наши друзья. Я думаю, пойти Слим. Наверх так просто не получится. Да можешь просто сдохнуть, я чё? Ну да. Монеток все равно мало. А есть какие-нибудь чемоданы там складывать? Наверняка да, есть. Да, сундуки есть. И даже есть копилки специально для серверов. То есть ты ее покупаешь у торговца, и только ты в нее можешь залезть своими ручонками. Тоже продумано не так, как в Майнкрафте, где нужно писать всякие коды. Ой, смотри, что я нашел. Смотри, что я нашел, говорю. Где? И сюда, налево иди. Сейчас. Пару минут. Но это будет отличное завершение с первой серии. Мне кажется. Это первый успех.
О! Нифига себе. Смотри, тут золото, железо, все, что душе угодно. Давай быстренько добудем и прощаемся. Давай. Это нельзя так оставлять. Потому сейчас что... слимы прибегут. А, ну, не перебежали же за последние 2 минуты, который был перерыв. Это шикарно, по-моему. Ну что ж, а железо, наверное, тогда уже потом добудем. Так что... Так, ладно, все. Ладно. В общем, ну, мне очень понравилось. Да, взаимно. Это игрушка. Очень интересно, по-новому, свежо. Я надеюсь, нашим зрителям тоже это понравится. Тоже об этом надеюсь. Да, продолжения будут, но не знаем когда. Не обещаем ничего. Да, ну что ж, всем пока. Желательно лучше. Да. Всем пока, удачи, спасибо, Эмиль. Спасибо, Дмитрий. Ну что ж, до встречи. Давай, удачи.